и чаи, распускаются розы. В парке чаи расцветает миндаль. Снятся твои золотистые косы. Снится веселая звонкая даль. Милый, с тобою мы увидимся скоро. Я замечтался над любимым письмом. Пляшут метели в полярных просторах. Северный ветер поет за окном. Парки чаир голубеют фиалки. Снега белее черешен цветы. Снится мне пламень весенней жарты. Снится мне солнце и море, и ты. Помню разлуку так неясно и зыбко. Ночь голубую вдаль ушли корабли. Разве забуду твою я улыбку? Разве забуду я песни твои? Парки чаи распускаются розы. Парки чаира сотни тысяч кустов. Снятся твои золотистые косы. Снится мне смех твой весной.
Вот мы их будем снимать на просвет, они будут, окошки будут гореть, здесь будут стоять фонари, и это будет такой рождественский план. В «Шинели» я просто увидел совсем другие свойства вообще кинематографа, другое понимание киноизображения, самой агрессии киноизображения, в конце концов, другое понимание персонажа. Сделать драматургию изображения абстрактную значительно сложнее, чем нарисовать реально какой-то предмет. Там твоя фантазия образно мыслящего человека не участвует в этой работе. Там только рука и наигрыш твой. Как тот самый мужик, который на балалайке играл все на одной струне. Ему говорят, что ты делаешь все на одной струне и пальцами не перебираешь. Он говорит, это вы молодые, все ищите, ищите. А я уже нашел. Она его шинель, одеяло, облачение. Пока с Акакия Акакиевича его не сдернули. Голым пришел, голым уйдешь. Никакой актер не сыграет документальность, какая есть на фотографии. Необходим непрофессионал, способный прожить в конкретном состоянии. Не сыграть, прожить. Это фотография отца Саши Жуковского. Они сидели, разговаривали, и отец не замечал, что его фотографируют. Одну из них мы использовали для эпизода, где Акакий Акакиевич приходит домой, сбрасывает шинель и стягивает шейный платок. В нашем случае происходит соединение документального факта и вымысла. Вымысел устремляется к документальности, документальность окружена вымыслом. Я вообще ищу лица конструктивно очевидные, либо психологически очевидные, с открытым таким психологизмом. Кто-то ведь не только Вуди Аллен. Вот, например, Евгений Леонов. Он для нас терапия, как эталон нормальности, нормы человеческой. Внутри. Вот. И даже лапы не видно. Лошадь. Но лошадь ничего не сказала.
Иди за меня замуж.京区木枯らしの三輪地区祭に似たるかな。